Привет, зритель! Очередная трогательная история из сети. Ставим лайк и поехали! Когда в семье появляется еще один ребенок, старший волей-неволей начинает взрослеть быстрее. На него часто возлагают ответственность за младшего. В школе он, особенно если это старший брат, всегда защищает своего братика или сестричку. Филиппины – достаточно бедное государство, поэтому оба родителя довольно часто, чтобы прокормить детей, работают по 10-12 часов в сутки. Тем, кому это позволяет возможность, оставляют младших детей на попечение старших, а те, в свою очередь, из-за того, что им приходится нянчиться с младшими, вынуждены пропускать занятия в школе. Эта история стала известной после публикации фотографии филиппинской учительницей Salvation Elementary School «Маамой Лей». Она выложила ее на Facebook, и в скором времени фотография стала вирусной. Недавно на урок к ней 7-летний ученик по имени Джастин пришел не один. С собой он привел своего годовалого брата. Джастин объяснил, что ему не с кем оставить братика. Не только его родители, но и бабушка работают допоздна на ферме. Мальчику приходится дежурить с малышом дома, но школьник не хочет пропускать занятия в школе. Пораженная Лей, конечно же, разрешила, чтобы младший брат Джастина присутствовал на занятиях. Так весь урок Джастин и провел. Левой рукой он держал братика, а правой писал в тетради. Сейчас в школе уже никто не удивляется, когда видит Джастина с братом. Поистине этот мальчик настоящий герой. Нельзя не восхититься решимостью маленького школьника, который смог соединить вместе обязанности старшего брата и учащегося в школе. Мало кто в таком возрасте может принимать настолько серьезное и ответственное решение. Человек начинается с детства, писал известный писатель Михалков. Именно в детстве делается посев добра. Взойдет он лишь через годы, и тогда будет видно, взошел ли посев добра, или же сорняки зла заглушили его. Будет видно, какой человек вошел в жизнь и стал членом общества. Но в данном случае можно уверенно сказать, мальчик – настоящий мужчина. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно», странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.